Марсело. Смещается в центр. Марселу можно отдать передачу, потому что справа это не так удобно бить. Но он бьет и забивает. Гол! 1-0 в пользу Реала. С правой ноги Марсело кладет мяч в угол ворот Асмира Беговича. Марсело, кстати, пока... Только Марсело забивает у Реала в этой предсезонке, потому что именно Марсело забил с пенальти ворот Пари Сен-Жермен. И сейчас капитан повел за собой своих партнеров, забил с правой. Последний раз, я помню, Марсело с правой забивал, по-моему, в финале Лиги чемпионов Атлетико Мадрид. Ну, пробил-то здорово, рикошет. Да, но рикошет. Был рикошет, поэтому за шиворот получил Бегович. Но не в последнем финале Лиги чемпионов, а тот, что был в Лиссабоне. Да, хороший удар, но здесь не повезло от Оскара. Ну, тоже какой-то сильный бразильский гол. Да, бразилец пробил, бразилец подставился, а боснеец. Ну, а кого? Хотя бы защитник. Ну, пойди, выкупи. Марсело. Жжет Марсело. Только он. Марсело, а что делает? 2-0. Что делает злодей? Даже сам Марсело удивлен, да? Вот такой вид. А что я? А что? Ну, просто идет. Да? Что, ну, разыграли, конечно, здорово. И удар неотразимый с левой ноги в нижний угол. Видите, какие замечательные поклонницы мадридского Реала и американские сборные, которые были только что в футбол национальной команды. Марсело сам мяч отобрал, в центре поля побежал, с Асенсио сыграл в стенку. Ловко в коридорчик между Кейхелом и Матичем просочился и пробил с левой ноги. Марсело уже сейчас, можно говорить, готов к сезону. 3 мяча забивает Марсело в 2 играх, и не кому-нибудь, а Пари Сен-Жермен и Челси. Ну да, там было с пенальти, а здесь 2 очень классных момента. Ну и, конечно, Асенсио тоже отметим. Он пока 100 тысяч человек умели так молчать. Марсело. Вот сейчас они завелись. Удар 3-0. Это Мариано Диас. Вот ну, это удар. Молодчина же. Да. Смелость. Такая юная наглость. Она была ему присуща в матче против Парижа. И теперь он ее реализовал в гол. Но он признавался в интервью, что его кумиром, да, является Криштиану Роналду. Ничего себе! Да. Вот это неожиданность! Представляешь, насколько он не банален, этот парень из Доминиканы. Ну, смотри, опять как разыграли. Марсело быстро ходит мяч. Здесь стеночка Марсело, еще и голевая передача, и удар. Вот я сказал, если головой бьют за шиворот Беговичу, то он, как правило, эти мячи достает. Сейчас же удар ногой, удар очень хороший, такой резкий, да, кинжальный получился у Мариано Диаса. Знаешь, вот как тетиву натягивают, да, и из лука стреляют, Роналду так бьет штрафные. Вот сейчас очень похожий удар по технике исполнения.